Если вам необходимо провести анкетирование клиентов, можете воспользоваться функцией анкетирования в программе Наполеон. Для этого надо просто выбрать эту функцию и выбрать клиента, которого хотим опросить. В данном случае еще необходимо выбрать какую-то из нескольких анкет, заранее подготовленных в офисе, и просто ответить на заранее подготовленные вопросы. Это может быть какое-то утверждение «да-нет», это может быть какой-то произвольный текстовый комментарий, это может быть выбор из нескольких множеств, это может быть выбор из нашего прайс-листа или, возможно, списка контрагентов, и какие-то подобные действия. После того, как мы заполнили эти поля, нам просто необходимо нажать кнопку «Запомнить», и анкета считается отработанной.